Ноябрьские пожарные спасли из огня коз и собаку. ЧП случилось в ночь с понедельника на вторник на одной из баз промзоны. Там загорелись хозяйственные постройки. Прибывшим на место огнеборцам удалось вывести животных из эпицентра возгорания. Сообщение о ЧП на центральный пункт пожарной связи поступило в начале второго ночи. На момент прибытия огнеборцев постройки уже горели. Полностью справиться с огнем удалось лишь в начале третьего. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности при проведении работ.